Благодаря активному участию в федеральной программе формирования комфортной городской среды, Славянск на Кубани преображается прямо на глазах. Только за минувший 2017 год в городе обрел совершенно новый вид сквер «Молодежный» на пересечении улиц Красной и Школьной, и было обустроено 5 прекрасных дворовых площадок. Наша съемочная группа за день до Нового года побывала на торжественном открытии последнего обновленного двора. Двор по улице Лермонтова, 270 районного центра, с конца 80-х годов пребывал в довольно запущенном состоянии. Конечно, жители всех окружающих его многоэтажек давно мечтали о настоящем благоустройстве двора. Они проявили активность, сумели войти в федеральную программу, и вот, наконец, и на их улицу пришел долгожданный праздник. Двор готов к эксплуатации. Прекрасная спортивная площадка окружена отличным асфальтом. Сегодня, видите, погода такая прекрасная. Я рад, что здесь у нас в этом дворе получилось. Я так понимаю, с момента строительства этих домов благоустройство здесь никто никогда не делал. Есть дома по 30 лет, по 20. На следующий год у нас тоже уже заявок поступило 25 дворов. Но будет, естественно, проходить конкурс, отбор. Общественное обсуждение определяло и будет определять, какие дворы в первую очередь нуждаются в обустройстве. Смысл действующего проекта как раз в активизации инициативы жителей и учете их мнения о том, как конкретно нужно благоустраивать дворы. Спасибо вам, что вы приняли участие. Он реализован на территории района. И я уверен, что в 2018 году он продолжит также свою работу. Наш город станет красивее, уютнее, комфортнее. А самое главное, вот присутствуют сегодня дети. Больше радости, наверное, у наших детей. Есть вера в прекрасное, светлое будущее. Представителям домовых комитетов, принявших активное участие в преобразовании двора, были вручены благодарственные письма. Среди них была Екатерина Буртовая из 270-го дома. У нас было все старенькое, все было такое уже, которое надо было уже выкидывать. Действительно, дети рады очень. Они дождались, короче, для своего праздника. Все будет хорошо, очень. Нам очень нравится здесь, мы все довольны. В работах во дворе посильную помощь оказывали жители окрестных домов и даже дети, которых отблагодарили подарками. Но самый ценный дар, конечно, сам двор, где есть многое для отдыха и спортивных занятий. Мы ждали эту долгую площадку. Спасибо, что ее построили. Мы помогали, как могли, делали то, что просили нас. Тренажеры и столы для настольного тенниса сразу же были опробованы детворой, которая осталась довольна. И родители очень рады этому двору. Очень приятно иметь такой обновленный двор. То, что у нас было, не сравнится с нынешним. Много спортивного инвентаря. Это очень, тем более у меня дети спортсмены, занимаются настольным теннисом. Счастью нет предела, вон даже сейчас они играются. Спасибо огромное. Нет слов. Праздник не ограничился лишь одной торжественной частью. Затем для детей были организованы забавные игры и конкурсы, а для взрослых – чаепитие. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».